Дорогой друг, вот вчера вечером я посыпал молотой шкуркой от мандаринов, апельсинов, вот, на муравейник. Но вечером я не проверял. Вот встал утром, муравьев нет. Ну, будем наблюдать с вами дальше. Дело в том, что когда мы сыпем обычное пшено, то муравьи его забирают и уносят. И сами уходят. Но потом через некоторое время, ну, может быть, через месяц, возвращаются. А вот молотые довольно-таки так, вот есть тут большие частички такие от шкурок. Они даже не тронули. Но куда-то смылись, короче. Давайте, сейчас я немножко повыше. Это бревно березовое. Оно уже здесь, ну, как сказать, лежит долго. Ну, это было ограждением для делянки. Ну, как вы понимаете, что... Вот, смотрите. Вот это продолжение, видите? Так, ну, муравьев нет. Будем еще наблюдать. А так вот, имейте в виду, что вот обычные такие шкурочки. Возможно, они в сухом виде не сильно источают запах. А вот где-то под, ну, какой-то укрывкой такой набухают, намокают. И получается, что муравьишкам это не нравится.